Макар Грицинюк, 8 років, робить 7 вдалих деп-трюків 6-літровою пляшкою з 10 спроб. 15 тисяч підписників в Інстаграм. Володимир Шумко, актор жанру імпровізації, комік. Вміє виконувати деп-челендж із другого поверху. Короче, знімаємо сьогодні новий проект на новому каналі «Діти проти зірок» чи «Зірки проти дітей». Тут сидять зірки. Або навпаки, пофіг. Я сьогодні буду змагатися з Макаром. Деп челендж або батл фліп. Бутилочку кидаєш обрівненько. Ну що, думаю перемогти. Воно він сидить в салатові. Кінгурухи. Хочу в мене перемогти. Пішли. Я тебя выиграю, понял? Ну что, короче, что мы будем перемагать в мене будеш? Будеш перемагать? Мы же думали, что у нас ничья будет. Первый будет крокодил. Крокодил? Да, первый номер. Крокодил. А ты умеешь показывать крокодил? Круто показывать. Оно ты думаешь, такой будет крокодил? Нет. Там другой будет. Я знаю. Нужно будет что-то показывать, да? Да. Ну что, мы можем с тобой уже прорепетировать? Давай. Выходим. Давай. Пойдем со мной. Я тебе покажу, а откуда ты будешь выходить. Сейчас я тоже, можно я с тобой трешки подсниму? Ну, короче, всем удачи. Думаю, что переможу. Не знаю. Ігор Самоненков, 9 років. Грає у шахи проти 15 суперників одночасно. Кандидат у майстри спорту. Андрій Шабанов, телеведучий, шоумен. У дитинстві виграв партію, яка тривала 2,5 години. Вопрос, когда мне звонили и предлагали принимать участие в программе, вопрос звучал так. Андрей, ты умеешь играть в шахматы? Я умею играть в шахматы. Но из меня такой шахматист, как, я не знаю, бегун, этот спринтер, легкоатлет. То есть я, у меня дворовая школа, дворовая шахматная школа. Потому что, знаешь, где-то там, в каких-то дворах, в разных регионах Украины, когда-то пацаны играли в карты. Но в Одессе, в моем интеллигентном дворе, пацаны играли в шахматы. Вот, да. Поэтому я не знаю всех этих там систем защиты, все остальное. Я знаю, как ходят фигуры. Вот. Мне сказали, что мне придется играть с мальчиком, значит, который чемпион Европы. Ну, да, но я вообще, я готов отстаивать, Одесскую дворовую школу, да. Вот. Я, конечно, болею за мальчика, вот. И если можно было бы делать ставки, я бы поставил на него. Но все равно я буду отстаивать Одесскую. Третья станция Черноморской дороги. Йоу! Всем привет, я Игорь Самуиленков. Я участвую в программе «Дети против звезд». Моя суперсила – это шахматы. Расскажи, как долго ты занимаешься шахматами? Я занимаюсь шахматами 6 лет. Вот уже будет сейчас 3 года. Кто тебя привел в кружок? Папа. Он тоже? Ты с ним дома играешь в шахматы? Да, он занимался. Ну, сейчас я уже, конечно, сильнее его. Но раньше было смешно, когда я играл, я все время проигрывал ему. И был такой стимул заниматься, чтобы победить у него. И когда, ты помнишь тогда свою первую победу над отцом? Нет, не помню, нет, не помню. А сейчас часто играете или он боится? Боится, уже не играем. Ну, играли последний раз, может, месяцев, ну, 5 назад. Ну, сейчас уже так не играем. У тебя есть какой-то разряд? Да, кандидат в мастера спорта. Ничего себе. Вот только недавно присвоил. Євген Клопотенко, автор кулінарних книг. Випускник кулінарної французької школи «Le Cordon Bleu». Створив і вдосконалив 20 тисяч страв. Даня Кіба, 13 років. Володіє кулінарними техніками сферифікації, ферментації та геліфікації. Звання бренд-амбасадору відомих кулінарних компаній. Проти дітей завжди дуже важко змагатися, тому що тобі з однієї сторони потрібно, ну як піддатися, це ж дитина, а з іншої сторони там такі сильні діти, що навіть якщо ти не піддаєшся, вони можуть тебе перемогти. Тому я сьогодні вирішив не піддаватися дитині, тому що я знаю, що сьогодні я буду проти Дані Ківи. А Дані Ківи, він такий досить активний, він також дуже добре готує, він закінчив школу в Італії, навіть я за ним слідкую як за кухарем, тому що в нього інколи бувають цікаві такі ідеї, тому він з першого погляду дитина, але
насправді він не зовсім дитина, він вже думає як дорослий. Тому сьогодні буде дуже чесний батл. Я з Данією дуже вже 2.5 роки знайомий, тому я впевнений, що він плакати не буде. Але якщо я побачу, що він засмутився, то я підійду до нього і скажу: «Даня, ну добре, добре, ти переміг, я ні». Я все ж таки не зможу бути таким сухарем. Хорошо, у меня второе интервью берут, очень приятно. А, теперь видео, вот это да, вообще класс, все. У нас такая камера, как будто в душу смотрит. Меня зовут Данила Кива, мне 13 лет, и я самый юный кулинар Украины. Также я финалист проекта «Мастер-шеф дети» и первый ребенок, который до 18 лет закончил кулинарный институт в Италии. Конечно же, я, потому что, ну, Женя, он хороший повар, но мы понимаем, кто вынесет кого. Это очевидно, что выиграю я, потому что я модник, огородник. Это достаточно легко, если ты умеешь. То есть это как борщ. Ты один раз научился готовить борщ, и каждый раз борщ у тебя получается. Вот так же молекулярная кухня. Не знаю, Женя, скорее всего, тоже умеет, но посмотрим, посмотрим. Вдруг не умеет, тогда у него вообще нет шансов. Тогда научишь. Тогда научу, да, посмотрит. Я думаю, он вообще пришел не поготовить, так посмотреть, как я готовлю, чтобы научиться готовить. А то вообще не умеет парень. Я ему пару раз мастер-класс, конечно, показывал, но способный парень, далеко пойдет.